И всем привет, друзья, с вами Лайфстоун, и сегодня у нас будет обзор мода на Майнкрафт на версию 1.16.4 под названием Stables. И, в общем-то, это у нас такой маленький, небольшой мод, который я все-таки решил вам показать, потому что он добавляет вам в игру достаточно полезную вещь, а именно вот это вот здание. Да, ребят, это у нас стойло, да, то есть, по сути, это у нас конюшня, это у нас место, где у нас живут всякие коняшки, всякие ослики и так далее и тому подобное. Тут у нас есть вот эти прекрасные блоки пшеницы, насколько я помню, и, в принципе, да. В чем же ценность этого мода? Почему это такая важная структура? Почему я решил ее вам показать? А дело в том, что теперь также, помимо этой структуры, у нас в Майнкрафте появится вот такой вот прекрасный житель, ребят. И это у нас конюх. Да, раньше его не было в игре, раньше у нас не было тех жителей, которые занимались лошадьми, но теперь он есть. Да, ребят, в принципе, ценность этого мода именно в этом парне, потому что теперь он может продавать нам, во-первых, седла, во-вторых, поводки. И это действительно очень круто, потому что, в принципе, единственный способ, которым мы могли раньше достать седло, это найти его в каком-нибудь данже. Но для того, чтобы скрафтить поводок, как вы помните, нужно найти, конечно же, слизь. И, в общем-то, все это не очень сподручно, ходить куда-то, искать слизни, искать какие-то данжи. А теперь у нас есть, во-первых, весьма красивое топовое здание. То есть, ребят, посмотрите, это целая конюшня, во-первых. Ее уже, в принципе, можно использовать как настоящую конюшню. То есть рядом строите дом, и у вас есть вот такой вот классный загон для вашей живности. Опять-таки, здесь уже что-то растет, конкретно морковочка для ваших животных. И дальше все. Все остальное у вас тут сделано, потому что у вас тут уже есть животные, которыми можно пользоваться. Можно брать, как-то выгуливать их, выезжать на них. И, в принципе, все круто и достойно. Вот такой вот небольшой мод. Я решил вам его показать именно потому, что... Ну, а почему бы и нет? Такие вещи, я считаю, достаточно милые, приятные. И, в принципе, я считаю, что что-то подобное должно быть, во-первых, в оригинальной игре. Во-вторых, скорее всего, где-то в деревне. То есть, в принципе, я был бы за, если бы мы реально приходили в оригинальную деревню в Майнкрафте, и у нас было бы что-то вот такое большое красивое здание, вот такой вот прекрасный житель. Это было бы здорово, но, к сожалению, у нас не часто разработчики радуют обновлениями именно деревень. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзья, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А с вами был Лаймстоун. Всем удачи и всем пока!